Озеро в районе Снеговая Пать небольшое по размеру, но привлекает много внимания. Отдохнуть приходят не только местные жители из близлежащих домов. В начале весны к водоему прилетели утки. Сейчас семейство пополнилось молодняком. Маленькие утята вместе с родителями решили обосноваться возле жилого сектора. Местные отмечают, что на озере встречается много живых существ. Сюда прилетают и цапли, и утки-мандаринки, а в воде можно заметить рыб. По сообщениям жителей, в скором времени площадку вместе с озером планируют засыпать. Предлагают возвести новый индустриальный объект. Но местные уже привыкли к импровизированному парку. Очень ведь мало мест в нашем городе, где можно вот так просто прийти, сесть на бережке и посмотреть, как плавают утки. Ведь для этого нам необходимо ехать в ДУФУ, либо еще куда-то. А здесь вот оно, как говорится, на второй речке в городе есть место очень прекрасное, где можно сделать парк отдыха.